Доброе утро всем. Я уже дома и уже кашеварю. Что я тут кашеварю? Сейчас все покажу, друзья, товарищи. Вот. В общем, у меня были вот такие сосисочки. Я их сейчас добавила немного. Ой, бляха, муха, как стреляет собака. Сливочного масла добавила немного и оливкового. Ну, чтобы сливочное масло не горело. Сейчас я их вот так вот поджарю. Вот. И с овощами сделаю. Тут у меня уже варится гречка. В общем, кашеварю. Убираем сосиски. И на этом же масле сейчас буду обжаривать все овощи. Обжаривать, тушить, все как получится там. Сначала лучок с морковью. А, все вместе. Сначала, чуть сначала. Все вместе, друзья. И все, обжариваю. Еще будет баклажан. Тоже туда его. В общем, что есть, то и запиндюрю туда, запихаю. У меня там еще шпинатик тоже завалю туда. Но вот сначала вот те овощи обжарю, а вот эти уже буду как бы тушить. Чтобы уж не совсем не полезно было. Я его слепила из того, что было. Это я про это блюдо. Что было в холодильнике, то и запихаю туда. Вот так. До золотистого цвета все обжарилось, добавляю баклажанчики. Баклажанчики. И тоже их начинаю как бы обжаривать. Ой, как вкусно пахнет гречечкой. А пока у меня, знаете, что есть? Холодный квасок. Кока-кола Руса. Сейчас откроем. Теперь добавлю соль, специи и немного воды. Чтобы все это как бы было с бульончиком таким. Ну, чтобы смешать с гречечкой. Вот. И право, какие хотите. Я вот на рынке, который брала, такие сюда и забабахала. И вот так немножко водички. Перемешаем. Ой, какой запах пошел. И накроем крышечкой, чтобы все это потушилось. И за 5 минут до готовности добавим наши сосисочки. Почти все готово. Добавляем шпинатика. Шпината много не бывает. Потом он все равно потом весь растает. Таю на губах. И сейчас, когда растает, прям добавляем наши сосисочки. Шпинат растаял, обратно сосиски, и все, перемешиваем минут 5 вот так вот тоже, чтобы они споженились, и все готово. Что-то мне кажется, водички маловато, можно, хотя не надо, или можно водички добавить, чтобы более как жиденько, соус получился, скажем так. Чтобы получился соус. Ну все. Зелень не буду добавлять, потому что тут и так всего до всего. Зелень будет у нас шпинат. Блин, опять сковорода получилась на неделю. Ну а что делать? Ну а что делать? Когда вот так собираешь чего-то много, овощей, всего мало, не получается никогда. Я не знаю как. Ну будем неделю есть. Огурчики.
Гречечка сварилась. Вот такая вкуснота разнообразная и красивая получилась. Я себе с гречкой буду есть, это мужу. Потому что, естественно, он гречку не будет есть, потому что скажет, что-то как-то странный рис какой-то. Сейчас даю ему квас, говорю, на, кока-кола русы. Что-то какая-то странная кока-кола. Я говорю, но же она же русская. Поэтому странная. Не поехала сегодня на пляж, а теперь сижу и об этом жалею. Вроде как было, знаете, прохладно даже, знаете, я подумала, о, блин, у меня ноги немного даже замерзли. А потом в часа 4 прям вот как жара наступила. Но уже было поздняк метаться. Потому что сегодня пятница, и 100% там народу тьма. И места хорошего уже не найдешь. То есть, если приедешь на пляж, то где-нибудь у черта на куличках сядешь и до воды не дойдешь. Поэтому сижу, вентилятор включила и ничего не делаю. Сейчас буду варить кукурузу. Вот я не знаю никогда, знаете, сколько надо соли. Потому что она вечно получается какая-то не соленая. Какие-то мухи летают. Сколько ни клади, всегда мало. Вы знаете какой-то рецепт, сколько надо соли? У меня вот сколько осталось. Почти все осталось. Сосиски. И вот один початок есть с кукурузы. Сейчас я его сварю. Смотрите, ногти, как всегда, от покраски. Работа такая. Я крашу в перчатках, но голову мыть я в перчатках не умею. Сегодня опять одна женщина приходила, которая занималась самокрашиванием. И, короче, цвет говорит, ой, ты посмотри, что я наделала, что теперь с этим сделать? Я говорю, ну что-нибудь, она, я не хочу так. Где была раньше-то голова? В общем, таких много, кстати, знаете, сами хотят, думают, что спецы покупают краску, ну, в обычных супермаркетах, а ведь не все, что написано на коробочке, вы думаете, что там нарисован цвет и такой же выйдет у вас? Нифига. Ну, вот тоже ей, как говорится, выравнивали вот цвет. Блин, надо эту штурку сюда пришпандорить, потому что там все мое безобразие видно. У меня там, я 150 раз уже говорила, что я сортирую мусор, и поэтому эти пакеты висят, и так все это некрасиво, так мне все это не нравится. Ну, шторочку, если повесить, то будет жарко. Но, как бы, пускай лучше будет некрасиво, но мусор сортирован, чем будет красиво, и вся мусорка пойдет в мусорку. Ну, я так думаю, по крайней мере. Ну, хоть какую-то капельку внесу в очищение планеты. Господи, что это такое? Шоколадкой, наверное, подавился. Да, шоколадкой подавился, которая в холодильнике лежала. Да, а я... Чему я радость? А я шоколадные пряники сегодня поела. Они прям... Ну, не ярко выраженный вкус шоколада, но ничего, нормально. В охоточку пойдет. Так, вода почти уже закипает. Вот сейчас пойду. Она, смотрите, как она сказывается. Видите, половина очищенная, половина не очищенная. Это из Лидла. Кукуруза. Я ее напополам разламываю вот так. Сейчас какая-то кукуруза. 5 минут, и она готова. Я помню, мы раньше в деревне чуть ли не 2 часа ее готовили. Вот. Но была намного вкуснее. Не знаю, я еще все равно такой вкус у меня... в моей памяти не воскрес вкус той кукурузы. Может быть, это потому, что было детство, и поэтому так было все вкуснее. Не знаю. В общем, я обычно хожу всегда по той стороне. Вот эта рамбла, не знаю, как она называется, но вот куда горные реки, что они делают? Сливаются, да? Сливаются или что там? Вот когда дождик, по этой рамбле сливаются воды. Воды горные. Вот, и она ведет до моря, то есть с той стороны на эту нельзя перейти, буквально нужно идти до конца, до самого. Чарли дела делает. Я всегда вот там хожу и вот туда вот в поля ухожу, а это вчера думаю, дай-ка я дойду до конца. Вот, а по этой стороне шла,
парочка тоже с собакой. И я такая-то, они тут, я там, думаю, раз они куда-то идут, то куда-то эти места ведут. Правильно? Что-то Чарли там не совсем все получается удачно. У него бывает так. И вот шла-шла, хотя по той стороне вот сейчас в это время лучше идти, потому что там тенек. Ну что ты там, скоро? Все? Или что? Вроде бы все. И что вы думаете? Шла, 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 я тихо шла, 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 пирожок нашла, села, поела, опять пошла. Ну, все именно так и происходило, только без пирожка. И я дошла до моря, до пляжа. Классный пляж за портом, портом. В общем, там порт у нас есть. И пляж, представляете, так. Такое прям место шикардосное. И я не люблю ходить по одному и тому же месту, мне скучно. И вот думаю, сейчас сегодня вам покажу. Я вчера в Инстаграм засняла кое-какие сторис, а сегодня вам решила показать. Вот, и классненько так. И новые места, и людей нет. Можно маску, кстати, снять. Ну так встречаются иногда. Вчера парень какой-то шел с пляжа. Тут люди с пляжа шли. Вот. И он шел. Я, знаете, думаю, вдруг маньяк какой-нибудь. А вдруг еще что-нибудь позарится на такие пушные теласы. Вот. И я, знаете, когда так думаю, у меня вот эта вот штука есть. Я как и по морде. Хрясь. Вот так вот я вот думаю, буду отбиваться. Еще у меня грозная собака есть. Пес-то он вообще барбос. Вот. Поэтому ничего, не отобьемся. Ну нет, парень прошел. Он пытался с Чарли подружиться. Но Чарли мой с незнакомыми людьми не общается. Он правильно делает. Я его так учила. Кстати, сегодня какая-то иностранка. Тоже на него, знаете, вот так вот она. Во-первых, большая такая была. И вот так вот на него надвигается. Ай, бэби! Вот так вот. Чарли такой на нее посмотрел, скажет, что это такое. Почувствовал опасность, начал на нее гавкать. Ей это не понравилось. Она там что-то на своем иностранном языке пробурчала. Вот я и сказала такая, нельзя. Вот, тоже на незнакомую собаку вот так вот идти, как медведь. Ну, надо же с головой дружить, друзья. Ну, хоть он и небольшой, как бы говорится, да, но... Может тяпнуть за ногу. В общем, да. Люди какие. Кстати, вот границы закрыты там. Все дела. Все равно у нас там, вот, где я работаю, ходят люди. На ненашинском разговаривают. Вот. Видимо, на машине приезжают. Я так думаю. Им же там всем странам, настоятельно рекомендуют к нам не ездить. В принципе, правильно делают. У нас сейчас опять творится что-то непонятное. Вернее, все понятно. У нас сегодня опять зараженных 3630, по-моему, человек. В общем, трындец капец. Все только увеличивается. У нас в нашем городке, вот где я работаю, в Салабрине, тоже бар один закрылся, ресторан. Хороший такой большой на пляже. Один из работников оказался с этим, с короной. И закрыли бар для дезинфекции. Там им тесты, хересты. Ну, все как положено, да. Делают и думают, что через недельку они откроются. Но все равно вот неделя у них потеряна. Можно сказать, последняя неделя августа, когда они могли бы заработать. Ну и так хорошо. А то бы могли бы замолчать, перезаражать кучу народу. И все. И ходили бы мы все с короной. Не, мне пока корона не нужна. Мне без короны хорошо. Вот. Поэтому как бы надо дома пересидеть. Ну его нафиг. Знаете, береженого Бог бережет. Кто бы там что ни говорил. Нет никакой короны, нет ничего. Но все равно. Как бы если мы будем такими ходить, как рискованными и пофигистами,
то точно на что-нибудь нарвемся. А это кому это надо? Никому не надо. Там вот, видите, кукуруза растет. Вот там всегда ходим. А тут сейчас вам покажу классные места. Вы знаете, что я заметила? Даже здесь, вот, когда я встречаю кого-то, вот пару мужчин шли сейчас, они, знаете, увидели меня. Достали маски и надели маски. Вот такая вот ответственность мне нравится. Потому что, ну, просто, как бы, они обо мне заботятся, я о них. Потому что эти же маски нас, они не берегут, но других берегут. Поэтому там вот мужчины, гляжу, идут тоже, надевают тоже маски. Хотя бы вот такая вот какая-то ответственность есть. Гордость даже берет. Вот там вот у нас находится порт. Вот приходят грузовые суда. Также уходят лайнеры в Мелию. Мелия — это испанский город, но уже по ту сторону, как говорится, материка другого, где Марокко находится. Марокко, Африка. Африка. И вот там вот порт. А нам нужно вот туда немножко идти. Единственное, нам вот тут нужно дорогу перейти. Такую. Такую сикую. Посмотрели направо, посмотрели налево. Быстренько, быстренько, быстренько переход. Что там такое шумит? Вот. И нам нужно вон туда. Туда. А там порт. А вот тут в саду растут и груши, и яблоки. И что там только нет. Конечно, все это за оградой. А так мы все полакомились. А вот тут тыква растет. Тыклуша. В деревне так все время говорили. Тыклуша. Тут что-то она прям совсем как-то прям вот растет. Как будто и не хочет расти. Ее совсем прям мало, бедная какая-то, несчастная. Эти кукурузы у них там, не видите ни хрена. Солнце отсвечивает. Кукуруза, вот там яблоки, груши, апельсины. Все до всего. Так лучше. Есть маленькие тыквочки. Или это кабачки? Нет, вчера были тыквочки. Малюсенькие. А сегодня что, уже кабачки, что ли? О. Видите, все-таки тыква. Так. Там какая-то тусня. Может, мне к ним? Нет. Тут вот продолжение рамбла. И там всякие цапли ходят. Смотрите. Уточки. Еще какие-то там всякие животные живут. Прикольно. Здесь вот не камни, а песок. Я не люблю песок. Но видите, здесь мелко. Вон девочки где далеко стоят. Здесь как бы для детей очень классно. Водичку попробую. Ой, холодная тварюга. Видите, там вот порт. И там, это вот другая уже деревушка, которая Нуэва называется. И вот такой вот пляж. И здесь очень мелко.
По волнам даже заметно, что здесь мелко. Кораблики плавают. Белые кораблики. Что? Трус. Иди в воду. Не, скажи, сама ты иди туда. Так прикольный пляж. Я тут никогда не была, вот вчера первый раз. Классно. Слушайте, ну это первое ощущение, когда вода холодная, а потом все теплое, хорошее. И вот так идешь, идешь, и тебе все по щиколотку и по щиколотку. Лепота. Смотрите, сколько их. Раз, два, три, четыре. И крыса. Прикол, какая крыса. Природа. Рядом с дорогой, удивляюсь. Они такие маленькие. Бузы. Такие хорошие. И уживаются же ведь все. Смотрите, вообще прелесть. Смотрю новости. Ем арбуз. И сажусь монтировать. Как Калифорния горит. Ужас какой-то, что происходит. Ну да ладно. Встретимся с вами завтра. Приятных вам выходных. Вот. И всего самого хорошего. Пока-пока.